Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 1. Составь все возможные равенства из чисел 2, 4 и 6. Итак, а. К 4 прибавляем 2, получаем 6. К 2 прибавляем 4, меняем слагаемые местами, получаем 6. 6 вычитаем 4 и получаем 2. Если же от 6 вычитаем 2, то мы получаем 4. Таким образом мы находим части и целое. Пример Б. 3. 15 прибавить 3 равно 18. 3 прибавить 15, меняем местами слагаемое, равно 18. От целого отнимаем часть, получаем другую часть. От целого отнимаем уже другую часть и получаем первую часть. Пример В. 35 плюс 21 и получится 56. Меняем местами. 21 плюс 35 будет 56. А затем из 56 отнимаем 35, а потом из 56 отнимаем 21. В первом случае получаем первую часть 21, во втором случае вторую 35. Возникли вопросы? Оставьте комментарии.